Всем привет, дорогие друзья! Я продолжаю монтировать и выкладывать видео по нашей поездке в Крым, которая состоялась в августе 2020 года. В данном видео мы выезжаем из города Белогорск, Крым, где мы посещали парк Тайган и жили там двое суток. Парк очень великолепный, нам все понравилось, кроме обслуживания и гостиничного номера. Но об этом подробно есть отдельно снятый мой ролик на YouTube-канале. И также вся поездка, я ее снимал, можно сказать, практически в прямом эфире. Каждый день, каждый вечер я монтировал, выкладывал, но это было все на телефон. Теперь же я монтирую видео с камеры GoPro, на которую снимал у меня папа. Значит, здесь мы едем по трассе до Симферополя по Тавриде. Сразу говорю, Таврида очень хорошая по качеству, очень ровная дорога. Значит, мы проезжаем Симферополь по объездной дороге, все это снимаем на камеру, и доезжаем до уникального озера, которое находится в районе Евпатория, и его называют Сасык-Сиваш. Особенность его в том, что вода окрашена в розовый цвет с оранжеватым оттенком. И можно подумать, что это кажущееся явление, однако в такой цвет вода окрашена за счет особенных водорослей, которые умудряются жить в соленой воде озера и обогащают воду витамином А, потому что в них образуется бета-каротин, поэтому соль этого озера славится на весь мир своим качественным и уникальным составом. Значит, вы посмотрите вид сверху, потому что когда мы приехали, было утро, еще не так жарко, и озеро не набрало весь свой свет, его не очень было видно с камеры, то есть когда мы находились внизу, ходили, гуляли там, но потом мы запустили квадрокоптер, и все стало сразу видно, весь замечательный цвет озера. При этом вы получите такие кадры, где вы сможете сравнить, как выглядит море и как выглядит озеро. Все, грубо говоря, в одном кадре. Это просто, мне кажется, уникальные такие виды, уникальная местность. Ну, это просто не описать словами. Всем приятного просмотра. Продолжаем.